В Ульяновске появится дом кукол. Так участники Ульяновского клуба кукольников называют выставочное пространство, которое сейчас готовят к открытию. По задумке площадка объединит три направления – выставочную галерею, образовательный сектор и игровую зону. Музей кукол будет представлять не только направление кукол разных форматов, но а также игрушки, мягкие игрушки, вязанные своими руками. Также будет очень много приглашенных мастеров, которые покажут свои таланты и возможности, что позволит нашему городу посмотреть на мир творчества, на мир игрушек с другой стороны. Пока же идет подготовка к открытию этого мира, ремонт уже позади, монтируют выставочные стеллажи, игровую зону и распределяют места под будущие экспозиции. Я, как и многие, начала коллекционировать кукол, когда родился мой собственный ребенок. Я начала покупать ему игрушки и была шокирована тем, какой сейчас выбор, какие они все разнообразные, какое их количество, их доступность такое, какого не было в моем детстве. И мне захотелось играть наравне с ребенком, и так стала появляться моя коллекция. Куклы Алены и ее дочери, это два десятка Барби, переедут в музей. Интерактивный формат выставок позволит посетителям подержать часть экспонатов в руках. Я мастер амигуруми. Амигуруми – это вязаные игрушки. Вот таким вот образом придумана эта техника в Японии была и теперь распространилась по всему миру. В нашем городе очень много мастеров амигуруми, поэтому, конечно, мы будем тоже представлять какую-то часть коллекции для музея. А еще проводить мастер-классы, творческие встречи и тренинги для родителей. Все стартует после открытия музея. Первых посетителей дом кукол примет 8 декабря.